Ненависть к субкультурам довела до скамьи подсудимых. Сотрудники прокуратуры Советского района поддержали гособвинение по уголовному делу в отношении группы подростков, совершивших нападение на сверстников, приняв их за эмо-иготов. Установлено, что в апреле 2015 года агрессивно настроенная компания отправилась к заброшенному мясокомбинату на территории областного центра, зная, что в этом месте зачастую собираются представители разных субкультур. С собой ребята захватили палки, кирпичи и железные прутья. Встретив другую группу подростков, не разбираясь, кто есть кто, несовершеннолетние завязали драку. Одному из потерпевших были нанесены тяжелые повреждения. В суде стороне обвинения удалось доказать, что нападение было спланированным. Свою вину подростки не признали. Приговором Советского районного суда данная группа несовершеннолетних была признана виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 213, и назначено им наказание в виде лишения свободы сроками до 2 лет. Однако суд с учетом их возраста данные наказания являются условными. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.